А это Челябинск. Челябинские мужики настолько суровые, что, чтобы узнать свой возраст, отрубают себе палец и считают кольца на срезе. Именно здесь работает фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иван Дулин, которого недавно назначили начальником цеха. Да-да. Вызывал Дулин. Вызывал, Михалыч. Проходи, присаживайся. Дело у меня к тебе есть. Заводской важности. Ну, давай быстрее. У меня обед уже. Михалыч, меня руководство завода в командировку направляет. Ну, езжай, я тут при чем? Сам знаешь, я на этом месте человек новый, а ты уж здесь лет 25, наверное, отрубил. Я уж тебя прошу от всего завода, съезди ты со мной в командировку. В курс дела меня введи. Ну чё, ради завода-то, конечно, помогу. Съезжу, ладно. Какой город поедем-то? Новгород. Новгород. Хороший город. Какой Новгород-то? Нижний, да? Нет, Михалыч, не Нижний. Не в Нижний? А в какой? Великий Новгород? Нет, Михалыч, не Великий. А какой Новгород тогда, если не Великий и не Нижний Новгород? Мы с тобой, Михалыч, поедем в Задний Новгород. Задний Новгород? Что за... Что это? Ах ты, Дулин, ни в какой Задний Новгород я не поеду. Хочешь, не хочешь, а билеты я уже купил. Вот, билетик-то. На экспресс. Да пошел ты со своим Задним Новгородом. Ишь ты, нашел дурака тоже. Ты что это? Двери закрываются. Экспресс Челябинск Задний Новгород отправляется с первого пути. Проводник Иван Дулин приступает к своим обязанностям. Что это ты? С бельишком поедем. Аль, без бельишка. Может, чайку? А ведь только рафинаду тебе я не дам. А то еще попа слипнется. Боюсь, не доедем до заднего.